Всем привет, ребята! Вот сижу тут, зачитываюсь книгой своего любимого актера. Собственно, он не нуждается в представлении, думаю, фотографии все его узнали. Это Джеки Чан. С детства я люблю его фильмы и до сих пор многие пересматриваю. Ну, такие как «Доспехи Бога», «Полицейская история» и много-много других. Кстати, напишите, какой ваш любимый фильм с этим актером. Так как я почти уверен на 100%, что больше половины моих зрители знают этого актера и здесь вы смотрели его фильмы. Вот, собственно, его авторская книга, которая вышла в том году у нас на русском языке. И вот я, собственно, не мог ее себе не приобрести. Хотя я не поклонник особо чтения книг, но мимо такой книги я пройти, конечно же, не мог. Ну, собственно, давайте немножко я отвлекусь и, собственно, поговорим с вами о нашем любимом теннисе. Ну и, собственно, мы с вами сегодня продолжаем обозревать Australia Open. И сегодня разберем очень интересный матч между Эшли Барти и Петрой Квитовой. Уже это вторая встреча между этими девушками в этом году. Предыдущая была буквально недавно, несколько недель назад, на турнире в Сиднее в финале, где в трех сетах победила Петра Квитова. И если так посмотреть, то вряд ли за это время что-либо сильно поменялось. Наоборот, Петра Квитова еще стала опаснее, она набрала ход, очень уверенно она двигается по турнирной сетке здесь. Обыграла вот в прошлом матче Аманду Анисимову, которая совершила сенсацию, просто в одну калитку обыграв Арину Сабаленко. Но Петра Квитова никаких шансов американки просто-напросто в том матче не оставила. Очень настроенная чешская теннисистка. Она видно, что готова сейчас. Готова не просто побеждать на каких-то средних турнирах. Готова даже сейчас брать, я думаю, шлемы. Потому что, ну, реально она одна из таких фавориток на титул. Когда Петра Квитова находится в таком состоянии, как она сейчас, с ней очень сложно соперничать. И, в принципе, только здесь, наверное, Серена Уильямс реально способна обыграть чешскую теннисистку. Но пока больше я претендентов здесь не вижу, кто же может Петре доставить реально серьезные проблемы. Да, Эшли Барти молодец, она, конечно, просто провела феноменальный матч против Марии Шараповой. Но давайте вам будем честны. По первому сету у Барти не было никаких шансов. То есть, когда Мария не ошибалась, когда она попадала много мячей, то просто-напросто Эшли не хватало, ну, не скорости, ей не хватало, вот ее, скажем, где-то напора не хватало ее в игре. Просто-напросто Мария задавливала ее своими мощными выстрелами, ударами, то влево, то вправо. И вот пока не начался второй сет, где посыпались ошибки у российской теннисистки, то Эшли просто ничего не могла сделать. В третьем сете история продолжилась, лишь только при счете 4-0, Маша снова включилась в свою игру, и тогда уже у Барти появились проблемы. Причем я скажу, что у Барти очень было на протяжении всего матча много проблем на своей подаче. Низкий процент первым мячом. Да, она много выиграла на второй подаче, но будем говорить так, что Мария не использовала свои шансы на второй подаче Эшли. А Петра это делать умеет. И по ее крайним матчам она использует свои шансы очень хорошо, когда теннисистка подает вторым мячом. Психологически для Эшли это будет сложный матч. Второй раз она играет на своем домашнем турнире против Петры Квитовой в этом году. И снова как бы ей предстоит перебороть где-то себя даже, возможно, психологически, чтобы хоть какие-то доставить проблемы Квитовой. Но я думаю, что Квитова будет просто как, я не знаю, железный столб, и ее будет не пробить, а она будет в ответ пробивать очень сильно, очень мощно. И, скорее всего, будет пробивать стабильно. И в этом случае я просто не вижу шансов для Эшли Барти при всей моей симпатии к этой теннисистке. Поэтому я здесь рекомендую взять победу Петры Квитовой. И данное событие я снова, как обычно, беру на сервисе MailBet. Вы еще там не успели зарегистрироваться? Тогда вперед! Ссылочка на регистрацию в описании к этому видео. Ну, собственно, друзья, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. На следующей неделе вас ждет один интересный сюрприз, новая рубрика будет на моем канале. Так что, если вы еще не подписались на мой канал,
то рекомендую вам это взять прямо сейчас, а также поставить колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых роликов. Ну а я, собственно, желаю всем, как обычно, удачи и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!